Всем привет! А кто на Пасху в карантин приехал на дачу? Это я! Смотрите, какая красота сегодня! Все расцвело, все буяет. А кто сегодня посадил деревья? Кто-кто? Я сегодня посадила деревья. Смотрите, какая красота! Это будет у нас абрикоска. А вот тут у нас будет яблочко. Ха! Та-дам! Красота сегодня. Все, держишь? Да. Так, держи. Давай. Давайте еще такой земли подсыпем. Все, хорош. Да, вставай туда. Вставай туда. Да не вставай. Спасибо, дети. Все. Вставай, не бойся. Оно там такое жидкое. Давай. Мягкое. Ну, вот ты хорон так и должно быть. Давай. И воды. Водоносил. Несу. Чтобы было красивеньким. Хорошо, и мы радовались. Где там солнце? Солнце ты где? А, вот оно, солнце. Ну вот, где-то там. Ой, тут хоть свежий воздух. Друзья, поздравляю вас всех с Пасхой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. И пусть наконец-то пройдут все беды и настанут лучшие времена. Где-то там солнышко. За моей спиной был пожар. Ой, слава богу, все закончилось благополучно. А вот эту беседку сделали за день. Сделал муж моей сестры, Андрей. Вот. Был у него кружок очумелой ручки, он сам это все сделал. А это моя сестра. С подписчиками, пожалуйста, моими там поздоровайся. Как ты говорила? 1, 2. Всем пиз. Это мой племянник. Поздоровайся с моими подписчиками. Подписчики. Пожелаем что-то хорошее. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. Да. Чтобы не болели коронавирусами. Да. Так, поехали. Вон вторая моя племянница, Анушка. Пожелаю что-то моим подписчикам. Дорогие подписчики, оставайтесь дома. И никогда не выходите из дома. Не выходите. Заказывайте доставку, чтобы вам привозили еду, медикаменты, правильно. Оставайтесь дома, залишайтесь дома. Паня. Сиди дома. Поехали дальше, знакомимся дальше с моими сестрами. Здрасте. Поздоровайся с моими подписчиками. Здрасте, подписчики. Привет, 500! Всех люблю, целую, я Олена. А, двоюродная сестра. Люблю вас. Пожелай что-то всем. А что пожелать? Ну, самое основное, счастье, здоровья, любви. Да. Тоже на Закарпатье слышала про здоровье. Это, чтобы все файно было. Так. А як маємо? Еди вкусно і хороше. Вкусно їди вам на карантині, да. Здоровья. А це Андрюша, пожелась. О, зуби встали. Це наш крокоде. А вы думаете, хорошо найти? Это тот, кто делал беседку. Ходите к стоматологу почаще. Это тот, кто делал беседку. Да. Все будет файно. Все будет добро. Леша, пожелай что-то людям. Желаю что-то людям. С праздником, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Вот это вот сказал, так сказал. Подождите, словлю самую главную хозяйку дачи. Наташа, пожелай что-то людям. Христос воскрес. Воистину. Пускай будет у вас все хорошо. Божье благословение, мои родные, мои дорогие и любимые. Понятно. Друзья, всех люблю, целую.
Всем счастья, здоровья, удачи вам. И не забывайте подписываться на мой канал. Держи меня, я тебя знаю. Давай. Знаешь, это да самое... Отпусти ее. Да подожди, в этой фотографии типа полу. Ой, кстати, так прикольно получается. Не-не-не, мало ли дерево уже пересохло. Или там перед него. Вот так, давай. Вторую, там вторую пересохло. Аня, Аня, сфотографируйся для фотографии. Что для фотографии? Анечка, Дотя, Аня. И сюда. Внутри, да. можно даже разобраться и перепрыгнуть. Делай кошечку. Вот эта тигрица. Вот эта... Даяна, нет. Даяна, давай. Даяна, нет. Даяна, я в тебя верю. Вот так вот, да, как робот Вертер, потихонечку. Если, да, если что, то назад лучше. Ловите. Алла, ты следующий. Алла, ты следующий. У меня... Нет. Нет. Да. Да. Саша, нет. Тимати, давай. Тихо, тихо, тихо. А вы же вот этот лёд там обнимаете. Это все на карантине, на Пасху. Что дает вирус? Что делает вирус с людьми? Фу! Следующий. А теперь назад, смотри, вдвоем. А, да. Раз. Затаили все дыхание. Говорила, сучок, аккуратно этот. Да, умничка, ай, молодец. Если бы я не видел, как Алёна шла обратно, то я бы не боялся. Лёша, ты главное руки из кармана достань. И вот так вот, там как сучок, это. Там сучок, аккуратно. Бросай свой айфон сюда. И кроссовки, и курточки. И штаны снимай. Бляха. Штаны снимай. Бляха. Ну все, завтра выкладывай. Как Леша провел Пасху на карантине. Тебе на одной ноге проскочить. Да ну, да может хватит. Моя ты рыба, все. Молодцы.